Сини цього року у Києві пройшла міжнародна спеціалізована виставка Зброя та безпека. На ній вітчизняні виробники військової техніки представили зразки артилерійського озброєння, засобів зв'язку та автоматизованого управління, боєприпаси, безпілотні розвідувальні літальні апарати та багато чого іншого. Частина техніки, яка була представлена на виставці, вже пройшла випробування в зоні АТО. Наш земляк, викладач навчально-тренувального центру військ зв'язку України В'ячеслав Єрмачков, теж побував на виставці. Сьогодні він поділиться враженнями від побаченого з нашими глядачами. В'ячеслав Іванович, ви нещодавно побували на виставці, як я щойно зазначила, і, мабуть, маєте певні враження від побаченого. Можливо, розкажете нам про конкретні якісь зразки техніки, які ви там переглянули. Добрий вечір, Маріна. Добрий вечір, уважаємо телезрителі. Хочу поблагодарить вас, вашу телерадиокомпанию, за то, что сегодня предоставили такую возможность поговорить еще раз с нашими телезрителями о военных вопросах. Да, действительно, 12 сентября мне э, была поставлена задача побывать на этой выставке вот, с той целью, чтобы ознакомиться с новыми видами вооружения и особенно со средствами связи, чтобы потом э, в ходе проведения занятий э, с нашими подчиненными рассказывать о том, что я там увидел. Сразу хочу сказать, что не всех просто пускают на выставку для того чтобы туда попасть во-первых должна быть регистрация вот должно быть отношение от той организации которая тебя туда направляет но ну, потому что очень серьезные вопросы хочу сказать что сама выставка работала всего три дня но первый день был день правительства ее открывал Турчинов а потом только на второй и третий день разрешили вот посещать всем специалистам этой области mm -hmm. Расскажите больше конкретно, вот, я так понимаю, вы и фото подготовили для нас, и для наших глядачей, вот, про образцы техники, які вас впечатлили. Да, но сначала я хотел бы вот на, на чем остановиться, что побывав на этой выставке, вы знаете, как-то вот убедился в том, что наша держава, наша Украина, она одна из ведущих стран мира по производству средств вооружения. Потому что все это увиденное там, мне раньше не удавалось это посмотреть, оно настолько меня удивило, и вот как-то, знаете, вот немножко даже какую-то вот гордость за нашу Украину, то, что мы это производим и то, что у нас это есть. А еще меня удивило то, что буквально на всех местах, где была представлена новая техника, очень много иностранцев. И в основном звучит везде английский язык, английская мова. Поэтому интерес к этой выставке не только вот нас, специалистов, а я как понимаю и всех ведущих э, стран мира, которые заинтересованы именно в вопросах вооружения. Угу. А вы зазначили, что Украина одна из лидеров, если говорить про производство, выготовление зброї, так? А, маете на уазике какие-то конкретные комплектующие? Да, конечно, но мы же прекрасно знаем, что отдельные виды э, российского вооружения содержат комплектующие, сделанные на Украине. Поэтому говорить о том, что мы ведущая страна в этом мире, свидетельствуют вот эти примеры все. Что угу. до самых конкретных здравствий техники, вы сделали фото и с помощью них, ну, я так понимаю, мы тоже можем ознакомиться более детально. Да, с удовольствием я прокомментирую те фотографии, которые я там сделал. Итак, первое. Вот эта фотография нового зенитного ракетного комплекса, который сделан в Украине. Этот комплекс отрывает, открывает выставку, его основная э, главная задача разведка э, ведение воздушных целей и их уничтожение. Вот это средство для э, ведения борьбы э, с диверсионными группами в основном. Как видим, здесь комплекс вооружения и стрелкового, и борьбы с танками. А вот это то, что на сегодняшний день приоритет вооруженных сил э, всего мира. Это ракетные э, комплексы, э, ракет Земля-Земля, Земля-воздух, земля воздух-воздух. Но это то же самое э, системы уничтожения танков и бронетехники. А вот один из ведущих комплексов для борьбы с танками и бронетранспортерами. Я хочу отметить, что а, аналогичный комплекс наш 16-й отдельный батальон территориальной обороны, наш Полтавский, устанавливал в районе Крымского. А вот комплекс, который э, непосредственно уже усовершенствованный на, ус, и установленный на имеющейся бронебазе, это э, стрелковое оружие для э, уничтожения диверсионных групп, э, которые незаконно проникают на нашу территорию. А вот уже то, что непосредственно меня в основном интересовало на этой выставке, это отечественные украинские средства связи. Вот станция космической связи, которая была разработана и произведена уже в Украине. Кстати, отличительная ее особенность в том, что она в четыре раза меньше стоит, чем аналогичные образцы техники, поставляемые к нам из-за рубежа. А вот эта система меня очень-очень удивила. Я когда был в зоне боевых действий, я слышал о нё, о, об этой системе, что когда, например, идет колонна, вот, и для того, чтобы предотвратить подрыв радиофугазов, включаются определенные радиосистемы, которые подавляют сигнал в диапазоне до 2 ГГц. То есть колонна может идти беспрепятственно, не боясь о том, что где-то э, прозвучат э, взрывы. И эта система действует на расстоянии до 5 километров, то есть колонна практически может безопасно двигаться. Ну, это то же самое у совершенствованной непосредственной системы, имеющейся уже в войсках, но здесь сочетание стрелкового оружия и средств противотанковой защиты. Это тоже отечественного производства э, бронемашина. Здесь тоже видим, что это комплекс стрелкового оружия и э, комплексов для борьбы с танками и бронетранспортерами. Ну а вот это то, что приоритет на сегодняшний день э, в вооруженных силах именно по войскам связи. Эта система, это солнечная батарея, которая позволяет э, обеспечивать питание радиоаппаратуры, подзарядку аккумуляторов в зоне боевых действий без подключения электросети. Ну и вот тоже отечественное производство. А наша украинская разработка, которая позволяет на сегодняшний день контролировать радиоэфир, не прослушивая его. То есть все сигналы, которые звучат в определенное время в эфире, они просто просматриваются на экране дисплея и можно по этим меткам судить какая это радиостанция, какого она звена, батальонного или ротного звена, об их количестве, то есть практически участок эфира, участок диапазона виден на экране монитора. Вячеслав Іванович, я так розумію, що ці всі новинки про них у навчально-тренувальних центрах і у військових частинах лише мріють. Це вони ще мабуть, не дійшли так на практику до використання застосування. Ви знаєте, я відмітив таку особливість, що на всіх вот образях техніки везде присутствують спеціалісти по із зони АТО. І я так розумію, що віддільні образі взяти іменно відтуда. Вот, потому что, как я вам сказал, что очень много иностранцев, они, насколько я понимаю, они заинтересованы в том, а как она себя проявила в зоне боевых действий. Вот, потому что одно дело сказать, а второе дело увидеть. Причем... На всех, буквально, вот таких крупномасштабных э, э, выставочных экземплярах везде стояли мониторы, что можно посмотреть, как эта техника вся использовалась. И я так просто обратил внимание, что в основном ролики крутились из зоны боевых действий, из зоны АТО. Вы, особисто неодноразово были в зоне АТО. Какую технику вы там видели? Насколько она ведь от этой, презентованной вам на фото? Ну, вы знаете, я такого там не видел. Вот почему я как-то даже э, немножко высказал вам в начале нашей передачи, что у меня гордость такая, что вот буквально за полтора года из ничего что у нас было фактически ну, по всем этих вопросах ничего, никаких разработок, и за полтора года вдруг мы имеем вот такой комплекс. Причем я вам скажу, что меня тоже немножко как-то удивило, что начинало открытие выставки вот этот зенитно-ракетный комплекс, который мы видели э, вот в начале нашей, моей, моей демонстрации. А в конце выставочного комплекса были средства тылового обеспечения, прачечные различного рода палатки для военных госпиталей с кондиционерами, системе утепления, какие-то такие, знаете, аппаратные и комплексы для выпечки хлеба, то есть которые те непосредственно обеспечивают тыл. Единственное, что я там не увидел, но я понимаю, что в этом есть определенные трудности, то не было представлено артиллерии и танков. Ну и мы и без того знаем, что тоже в этом направлении на Украине есть очень серьезные разработки. У нас в Полтаве 14-го тоже была я так разумея небольшая выставка, так на театральной площади ближе театру Гоголя тоже озброение. Да, период празднования нашего праздника дня защитника Украины возле театра Гоголя были представлены определенные образцы техники, вот где полтавчане смогли убедиться, а что у нас есть сегодня на вооружении. И вот одна из машин, которая тоже была представлена mm -hmm. на выставке, это производство нашего Полтавского, Полтавской области Кременчугского завода «Крас». Вот. Причем хочу сказать, что я насчитал на выставке 8 образцов автомобилей вот этого завода. В навчально тренувальному центре вы работаете с подрастающим поколением, с молодью. В частности, проводите экскурсии в музеи в Чи будете вы знакомить молодь с этими новитными зразками да, конечно. Вы знаете, на сегодняшний день в плане указа президента о усовершенствовании и о усилении работы по военно-патриотическому воспитанию, мы с детьми уже говорим не только насчет того, что вот что, что, то, что на сегодняшний день приоритетно, это сборка-разборка оружия, там, строевая подготовка и так далее. Мы говорим о том, что у нас уже есть на сегодняшний день. Вот почему вот эти кадры, которые мы показали сегодня нашим полтовчанам, есть соответствующий ролик в музее войск связи. И ребятам, ну, постарше, которым маленьким детям мы это еще не показываем, от ребятам постарше, 8, 9, 10, 11 классы, мы непосредственно эти все новые виды вооружения обязательно демонстрирую. Угу. Наша программа добегает кинца. Вячеслав Иванович, может, на останок, вам хотелось бы еще что-то сказать нашим глядачам? Да, спасибо, Марина. Вы знаете, я хотел бы отойти от традиционных вот этих своих последних слов, которые я всегда говорю полтачанам, о том, что э, моя судьба военная сложилась так, что я 15 последних своих лет в воинской части, где я прослужил э, очень долго, я занимался службой спасения. Вот почему я хочу сказать, что на сегодняшний день, видя о том, как Вновь образовавшееся военное подразделение в авиагородке. Буквально каждый день нас тут э, удивляет вот этими парашютными своими такими трюками, когда э, под э, вертолетом 4-5 десантников мы видим прекрасно. Вот. То, что на сегодняшний день у нас в Полтаве сформировано еще одно воинское подразделение. То, что на сегодняшний день э, буквально все воинские части полтавского гарнизона приведены в величайшую степени боевой готовности. Я могу с уверенностью сказать всем полтачанам, что любимый город может спать спокойно. Такого полтора, полтора года назад у нас не было. Но на сегодняшний день как-то так. Ну, в этих вопросах я скажу, что я понимаю, о чем говорю. Вячеслав Иванович, спасибо вам, как завжди, что вы до нас пришли. Хочется, чтобы в світі був мир, и эта вбивча техника не довелось ее, конечно, застосовувати. Нашим глядачам нагадую, що сегодня гостем нашей студії був викладач навчально-тренувального центру військ зв'язку України В'ячеслав Иванович Ермачков.